И всем привет! С вами Лизок. Это мое первое видео. Кстати, это канал Фокус и Лиза, да? Понятно. Да, и на моем канале будут выходить видео фокусы, обзорчики там всякие и, наверное, даже... Думаю, обучение. Знаете, на какой теме? Оригами. Да, оригами. Думаю, кстати, это будет очень интересненько. Да, попробуем оригами, ну и на моем канале могут выходить летсплейчки, но они будут так, не иногда. У меня есть второй канал, если хотите посмотреть, он называется, сейчас вам скажу, Лизок ТВ Супер, просто пишите по-английски Лизок, потом с большой буквы ТВ, и потом Парабелл Супер. Да, на нем вообще много Майнкрафта, всякие там супер креатив моя новая. Рубрика «Супер креатив», да. Там, правда, только два выпуска, но это ничего, ладно, потом. Будем, думаю, будет у нас потом антигрифер, да, у меня есть сервер, ну, не мой, как бы, сервер, я купила там донат, так что, опка у меня там, да. Так что, будет все нормально, проживем. Ну, если вы хотите поиграть, ну, кстати, он на версии 1.5.2, я такая думаю, ну, что за лохи, ну, ладно, могу сервер, ладно. Чуваку за серф платить, знаете, какие деньги надо? Не знаю. И лучше не знать. Ладно. Пока на моем втором канале два подписчика. Ну, где-то я просто часто не захожу на свой канал. Как бы смотрю видео. А вот выкладывать, честно, времени прям нету. Время постоянно теряется, как, я не знаю, теряется постоянно. И думаю... Короче, сегодня, да, я хотела вот этот снять обучение оригами. И сегодня будет, кстати, три в одном выпуске. Это, думаю, будет собака, птица и простой кораблик. Или даже, думаю, самолетик. Сделаем самого простого. Начнем самолетик, кораблик и птичка. Давайте так будет у нас. Распределение сегодняшнего дня. Ну и так, с вами была Лизок. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх, комментируйте. Это все вы сможете сделать внизу. Описание видео будет тоже внизу. В аннотации посмотрите. Обязательно я буду туда писать что-нибудь интересненькое. Думаю, да. Ну, так, я уже сказала, меня зовут Лизок. И все, давайте, всем пока.